По всей стране продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. В Кашхабльском районе на сегодняшний день количество людей, решивших обезопасить свое здоровье, составляет более 700 человек. Из них наибольшее количество привитых – это работники образовательных учреждений, медики района, лица старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, которые более подвержены риску подхватить коронавирус. Напоминаем вам, что сделать прививку против этого вируса вы сможете в поликлинике Кашхабльской ЦРБ в прививочном кабинете, а также на базе врачебной амбулатории села Натырбова. Хочется отметить, что среди числа опрошенных ни у кого не было побочных эффектов после первой вакцинации. Уже я второй раз иду уже. Первый как принесли? Первый. Нормально, очень хорошо даже. Никаких ощущений не было. Все нормально было. А сейчас второй вот тоже делаю. Сегодня на базе Кашхабльской ЦРБ вакцину смогли получить жители Егирхайского и Дмитриевского сельских поселений. Помните, что перед тем, как сделать прививку, необходимо пройти небольшое обследование у врача, дабы исключить осложнения после вакцинации. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабльского района.